бори дигар ассалому алайкум бинандагони арҷманд айни ҳол мо бахши мусоҳибаро оғоз мекунем бо коршиноси доими барнома ки меҳмони барномаи мустақими салом хуҷанд ҳастанд бо шӯҳратҷон иброҳимов ба барнома хушомадед ассаломуалайкум ваалайкум ассалом он нафароне ки бори аввал коршиноси барномаи моро мебинанд мо хоҳиш мекунем ки худро муаррифӣ кунед албатта саломат бошед я шуҳрат иброгимов тренер коч практикуши психолог Являюсь автором вот этой замечательной книги у гостях у Всевышнего Господа Миров, которая писалась 7 лет, была издана в Москве в 2016 году. Является участником международной книжной выставки-ярмарки в Москве и в Лондоне, Великобритания. Сегодня моя, моя книга продается во многих городах нашей страны и за пределами нашей страны. В частности, в городе Худжанди книгу можно приобрести в магазине Азурия Китоп в 20-м квартале напротив Дасав. Люди спрашивают, где Дасав. Я отвечаю, лучше ориентироваться 100 метров от светофора в сторону Тисел. Вот там есть магазин Азурия Китоп. В магазине Ганджина на стадионе книжный магазин. И в магазине Азам Джон в торговом центре абдул на Паншанбе. И я являюсь автором вот этой передачи, которая называется Формула успеха через личностный рост, которую мы ведем уже третий год. И мы работаем над психологией человеческих взаимоотношений и над воспитанием подрастающего поколения. Каждый месяц мы выбираем одну тему в этом году и прорабатываем эту тему для вас. И тема этого месяца у нас есть ⁇ Я и общество ⁇ саломат бошед бинандагони арҷманд ёдовар мешавем ки давоми ин моҳ ҳар субҳи рӯзи шанбе аллакай суҳбати чорум аст мо оиди мавзӯи инсон ва ҷомеа суҳбат дорем ва коршиноси барнома чӣ тавре аз хулосабарории коршинос бармеояд ҳар як инсон нақши муассир дорад барои пешрафти ҷомеа албатта ва вазифадор аст ки барои пешрафти ҷомеа саҳми худро гузошта бошад дар суҳбатҳои қаблӣ алахсус дар суҳбати гузашта мо оид ба дар назар гирифтани қонуниятҳои табиат суҳбат карда будем яне об ҳолатҳои фавқулодаприокатаклизи ся агресии чловека ва хашму ғазаби инсон имрӯз мехостем бевосита ба хислатҳои инсон назар карда бошем албатта хислатҳои дуруст бошад ҳам ба хислатҳои норавои инсон аз ҷумла мегуфтед ки кадом хислатҳои инсон барои муваффақияти он ва муҳити он таъсири манфӣ доранд зеро ҳар яки мо муҳити худро месозема мо чӣ гуна муҳити худро барпо мекунем ҷомеа ба мо чунин рафтор хоҳад кард кадом хислатҳои инсон арат связ как сбвиео такеонсеагрнанас как прекрасн вразиаикубоз Сегодня попробуем поговорить о трех личных качествах человека, которые местами могут быть и позитивными, и негативными. Эти личные качества ⁇ это зависть, это ревность, это эгоизм. Все эти три качества могут быть как положительные, так и отрицательные. Зависть. Современная психология, даже физиология пришла к такому выводу что если человек завидует именно вот злой завистью, как говорят, черная зависть, в народе так бытует мнение, если человек завидует, в человеке рождается антитела, которые ускоряют процесс старения. Если человек завидует, в человеке рождается антитела, которые ускоряют процесс старения. Что значит старение? Это не то, что дни или часы будут проходить быстрее или года будут проходить быстрее. Нет. Человек состарится в плане того, что у него появятся какие-то болезни, какие-то очаги болезни в каких-то частях тела, и он будет ускорять процесс, скажем так, ухода в иной мир. То есть заблаговременно умрет, прошу прощения за резкость. Поэтому, когда человек завидует, он неосознанно вводит в себя в болезнь. То есть вводит в себя болезнь. То есть, другими словами, если мы завидуем кому-то, у кого-то там, скажем, э, хорошая супруга, там, э, прекрасный дом, там, я не знаю, красивая машина, там, э, хороший заработок, там, прекрасно воспитанные дети. Когда мы просто завидуем черной завистью, мы начинаем болеть. То есть мы сами того не осознавая, ускоряем процесс старения. То есть мы начинаем стареть. Поэтому современная психология говорит, если в кому-то вам что-то нравится, завидуйте, но белой завистью. То есть говоря, как у нас говорят в народе, Хандаше занад. Хандаше занад. Хандаше занад. Насипку над. Ойлий нас, хуней нас, мошенни нас, дарьевти нас, занушаври нас, насыпку над. Худосьода кунаду, худо мамбиам разонад. Дили деле роскоди. Когда мы завидуем таким образом, у нас оживляется, вот эта, скажем так, позитивная энергия, оживляется, и у нас появляется желание жить. У нас появляется стремление достичь того, чего достиг, скажем, наш оппонент, наш друг, наш сосед, наш брат или сват, неважно кто, то есть, когда мы завидуем просто с радостью, с любовью, говоря, как сказал он Борис: Насипку над, худонасиб дидас, мабиам над соломат Бошет это другая зависть. Это белая зависть, которая как раз-таки удлиняет нашу жизнь. Но когда мы смотрим и говорим, что. Он такой-то секует, он там приобрел все это на незаконные деньги, или там э, он что-то такое сделал, что ему все время везет. То есть завидуя черной завистью, мы, не осознавая того, сами себе вредим. То есть мы, э, из-за этого наше здоровье будет ухудшаться. Поэтому современная психология и даже физиология, медицина завидует. то есть советует людям не завидовать черной завистью. Если мы хотим жить с радостью, с гармонией в душе, если мы хотим внести свой вклад в общество с любовью, чтобы общество также нас любило, наши соседи нам улыбались, здоровались, заботились о наших детях в наше отсутствие, завидуйте, но белой завистью. То есть вот эта разница между черным и белым завистью, дает человеку либо позитив ему радость, либо негатив ему угрюмость и, скажем так, болезненные дни. Поэтому, дорогие друзья, если хотите завидовать, знайте, как завидовать. Это было про зависть. Да, люди в основном понимают зависть как отрицательную черту характера. Но нет, если углубиться в психологию, можно завидовать белой завистью. То есть завидовать с любовью и стремиться за тем, что есть у нашего близкого человека. Стремиться, говоря, Худо насиб к деда самим одамба, Канда шазанат, Саломат бошат, Худо мовям себе над Таким образом, мы будем стремиться добиваться больших успехов, добиваться лучших черт характера в себе, добиваться э, лучших методов воспитания нашим детям, то есть подрастающему поколению. <misery> да, это очень трудно, но это наивысшее качество, как сказал он, Борис. Саломат Бошет. Бос, когда он хслат хоя хастан, ки боят ба он нек бинона. Моноси бар дошта. окей, нек бинона он ро мавриди кор бюре. Дихкати дода Боши. Вторая черта характера человека – это ревность. Ревность – очень сильная вещь. И ревность приводит к огромной агрессии, если не взять его под контроль. Когда речь идет о ревности, каждую неделю после передачи я беседую со своим отцом, естественно, его навещая. И когда я говорил с ним о ревности, он говорит, ревнуют слабые люди. Ревнуют люди слабые, которые не могут давать в первую очередь своей жене, того, от чего они ревнуют. То есть ревность тоже бывает либо позитивная, либо негативная. Позитивная ревность, когда мы оберегаем своих женщин, то есть жену, дочерей, сестер, мать, оберегаем от каких-то сглаз, от каких-то негативных общественных мнений, это положительная ревность. То есть мы оберегаем их каким образом? Мы их сопровождаем где-то мы им советуем что-то делать при обществе. То есть каждый мужчина несет ответственность за четырех женщин. Это за маму, за жену, за сестру и за, доч за дочерей. То есть каждый мужчина берет на себя ответственность, и он, скажем так, в судный день будет отвечать за четырех женщин. То есть за свою маму, за свою жену, за своих сестер и за своих дочерей как он их оберег, как он заботился о них, как он позитивно ревновал их к обществу, чтобы они процветали. Но бывает ревность негативная. Когда мы заталкиваем своих женщин, скажем так, в золотую клетку. Часто ко мне обращаются разведенные женщины, говорят, что Поводом их развода была ревность. То есть ревность к тому, что мужья, ревнуя своих жен, никуда не пускают. Если, скажем так, кто-то не так посмотрел на жену, они начинают не оберегать свою жену в плане просто там, говоря, что оденься по, поскромнее, чтобы на тебя не смотрели, или там старайся обходить общественных мест, где много, скажем так, некультурных личностей. А наоборот, начинают наезжать на жену, временами бывают да, рукоприкладства именно из-за того, что кто-то не так посмотрел или кто-то что-то не так сказал. И как я уже возвращаюсь к сказаниям моего отца: если мужчина является мужчиной в полном смысле этого слова, не в кавычках, а в полном смысле, то он не будет негативно ревновать. То есть, что это означает? Мы ревнуем, когда мы что-то не можем давать своей жене. Мы ревнуем, если мы не являемся полноценным мужчиной. То есть, что значит полноценный мужчина? Муж должен быть и отцом, и мужем, и добытчиком, и заботчиком. То есть, мы должны быть мужчиной в полном смысле этого слова, то есть смотреть за собой, чтобы наша жена любила и уважала только нас. Заботиться о своих детях чтобы наши дети уважали и любили нас, как своего отца. Часто бывают моменты, когда я встречаюсь с семьями, где отцы избивают своих детей. Это уже говорит о том, что дети избегают своего отца. Это уже не отец, это уже не мужчина. И когда дети или жена начинают, скажем так, обсуждать с кем-то, скажем там, со своим братом или со своей сестрой, говорят, что вот мой муж, не так себя ведет, или там выговаривает непристойные речи, закрывает меня в доме на месяц и никуда не пускает, говорят, что я тебя ревную и никто не имеет права на тебя смотреть. То есть это те моменты, когда неуверенность в нас дает нам повод негативно ревновать. Вот этот уровень контроля, который мы должны в себе воспитывать дает нам знать о том, что насколько мы являемся совершенной мужчиной. Насколько наши женщины любят, уважают нас из-за того, что мы можем давать им все, что требуется от мужчины. От мужа, от отца, от брата. И от сына, естественно. Надеюсь, я смог как-то объяснить. То есть ревнуют те мужчины, которые в себе не уверены. Скажем так, бывают моменты, когда мужчина, ну сейчас в некоторых случаях бывает, что женщина зарабатывает больше, чем мужчин. Есть единичные случаи, но есть такие случаи. В этом случае мужчина начинает ревновать свою жену относительно ее коллег по работе, относительно ее работы, но сам не может зарабатывать. В таких моментах ревность приводит к тому, что женщина либо разводится, либо уходит от мужа, либо я не знаю, делать какие-то непристойные вещи. Дорогие братья, совет вам. Если у нас что-то не получается, давайте обсуждать это с нашими женщинами. Давайте найти какие-то пути решения через диалог, через отношения, а не через то, что хоновы мешни, и и вам на вам не, хайотаминки адо, то есть какие-то непонятные решения, которые приводят в конце концов к разводам. Очень я негативно отношусь именно к разводам, поэтому я ищу решения, ищу какие-то пути, чтобы было меньше разводов. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья, когда мы ревнуем, мы должны знать норму. В священном Коране также сказано, да, оберегайте ваших женщин. Но это не означает, что мы сажаем женщину дома, а сами пропадаем до часу-двух ночи с друзьями, там, э, ош, плов, там, шашлыки, говоря, что хони занак, джой занак, кухня или там у плиты, и она должна сидеть дома, просто воспитывать детей, нет. Через 3-5 лет такой совместной жизни жена просто сходит с ума, у нее появляется невроз, давление, камни в почках, и это будет наша вина. Из-за того, что мы, неправильно ревнуя, заталкиваем женщину в болезни. И наша проблема в том, что на старости лет вот эта больная жена должна о нас заботиться. Но она не будет о нас заботиться. Я сколько раз говорил и повторяю, что женщины злопамятные, дорогие братья. Они злопамятные, они запоминают почему-то, я не знаю почему, негативные вещи, которые происходили 20 лет назад и имеют такую черту характера, напоминает нам через 20-30 лет, что они делали, что мы относительно их делали. Поэтому, дорогие друзья, если мы ревнуем, ревнуйте правильно. Ревнуйте в рамках логики, в рамках этики, в рамках культуры и современных тенденций развития общества. Если наши жены зарабатывают больше, чем мы, пожалуйста, это очень хорошо. Почему? Потому что в отличие от мужчин, женщины ближе к домашнему очагу. Как мы любим выражаться, место женщины у плиты. Да, с одной стороны, это означает, что она оберегает очаг. Но это не означает, что мы должны привязывать ее к плите. Если она заработает больше, чем мы, это плюс. Потому что она купит два куска хлеба, когда мы покупаем два куска и один кусок даем своим друзьям, своим, я не знаю, коллегам. Ош, Габ, Зеофат. Поэтому, дорогие друзья, радуйтесь, если ваши женщины зарабатывают больше, чем вы. Потому что все заработки они несут вашим детям. Вам, вашему очагу. Поэтому, дорогие друзья, ревнуйте правильно, ревнуйте позитивно, чтобы оберегать именно ваш очаг. Вашу семью, которая является частью общества и ваших детей, которые завтра будут над нами. Насколько... их психика будет положительний зависит сегодня от того как мы относимся к ним и к их материам то ест своим женам саломат бошед оид дар хусуси азбаски ин ҳолат аети омор гуем фарз кардем бештар мардҳо ба занҳо рашк мекунан рашк мекунанд вале аз ҷониби занҳо дусе сухан мегуфтед ки занҳо бояд чи гуна рашк кунанд ин ҳолатам зиёд ҷой дорад Да, mm -hmm. есть и такое место. Mm -hmm. Да, мы должны еще говорить про эгоизм. Да, у женщин тоже есть ревность, естественно. Женщины имеют полное право ревновать, потому что мужчины не имеют права им отказывать в ревности. Часто бывает, что мы говорим, что э, мохака ревность. Рашка. Рашка, то нет. Именно благодаря исламу уровень женщины поднят до уровня мужчины. То есть, как говорится, гендерное равенство, наш пророк сказал это по-другому: справедливое отношение к своим женам. То есть к жене, к дочерям, к сестрам, к матери. Справедливое отношение. Это означает, что. Как мы относимся к теме к себе, так мы должны относиться к своим женщинам. То есть, ду тарозу боят бару Если я позволяю себе что-то там, скажем, относительно ревности, я должен позволять тоже относительно своей жене. То есть, если я своей жене говорю, избегая мест, где много мужчин, я должен также сам избегать мест, где много женщин. Если я своей жене говорю, сиди дома там после 6-7, я должен то же самое требование преподнести и к себе. То есть я не имею права говорить своей жене, сиди дома, но сам пропадает до часа двух ночи. Часто бывают такие моменты. И это является одним из наипервейших поводов развода сегодняшних семей. Потому что женщины, как я уже сказал, закрыты в золотых клетках, им говорят, вот тебе все условия, прекрасный дом, там золотая постель, по последней моде кухня, там телевизор диагональю там 56 сантиметров дюймов, но ты сиди дома, а меня не спрашивай, я буду у друзей, я имею право гулять, потому что я мужчина, нет. Дорогие друзья, это приводит к тому, что либо наши жены болеют, либо требуют от нас развода. Поэтому, если они ревнуют, это правильно. Не давайте повод для ревности. Часто бывает, что телефон является огромным поводом для ревности, дорогие друзья. Если у вас какие-то есть секреты, скелеты в шкафах, пожалуйста, смотрите за своим телефоном. Братья, следите за своим телефоном, чтобы не давать повода для ревности. Потому что наша ревность, что с нашей стороны, что со стороны жены, негативная ревность, напрямую влияет на психику наших детей. И наши дети сегодня, которые растут в таком психически негативном состоянии, психически негативной атмосфере в семье, завтра будут не, в состоянии управлять своей жизнью. Они не будут знать, как гармонично управлять семьей. Мы говорим, что хислети самым инсонки эгоизм, я худ худ Аз а не, не <свят> эгоизм. А, если в человеке есть какие-то качества, это не просто так. А, Всевышний творец создатель не просто так одаривает человека какими-то качествами. Если качество есть, значит это качество нужно человеку. Мы говорили о ревности позитивном. Мы говорили о зависти позитивном. И у нас также есть эгоизм который дает нам чувство самосохранения, чувство самосохранения и так как это в нас есть, значит это должно дать нам повод для роста. Даже если обратиться в священный Коран, когда мы делаем дуа, мы начинаем Аллоум Махфирли. Махфирли это означает меня. Аллоум Махфирли Вал воли", дайна", валу Валусозина. То есть когда мы даже делаем молитву относительно кого-то, мы сперва просим себе. Господь, дай нам благо. Потом родителям, потом учителям и так далее. Аллаху махфирли. Вал волидайна, вал усозина, ус вал джами, муминина, вал муминод, вал муслимина, вал мусульмод. То есть, дорогой Аллах, Господь наш Всевышний Создатель, дай благо нам, себе, потом нашим родителям, потом нашим учителям, Потом обществу. То есть даже в священном Коране Создатель дает нам предписание открытым текстом, что сперва просите для себя. Просите для себя, потом дальше для родителей, для учителей, для общества. То есть это уже прямой намек на том, что мы сперва должны заботиться о себе. Когда мое здоровье в порядке, только тогда я могу заботиться о ком-то. Это позитивный эгоизм, когда мы любим себя и заботимся о своем здоровье. Если мы голодны, сперва накормите себя, чтобы уметь иметь возможность накормить других. Если мы бедны, сперва разбогатейте сами, чтобы потом делиться богатством с другими. То есть этот эгоизм, позитивный эгоизм говорит о том, что мы должны сперва поднять себя поднять свое здоровье, свое состояние, но не во вред другим, не во вред обществу. Говорят, что я эгоизм, я должен сперва любить себя. Это не означает, что мы должны, как говорят, в обществе ходить по головам. Бояки ворогаем любить себя ради других. Любить себя правильно. Очень часто мой меня корректно подводит к точке прикасания. <говорит> любить себя чтобы любить других. Заботиться о себе, чтобы заботиться о других. Поднять и поддерживать свое здоровье в том состоянии, чтобы уметь возможность заботиться о здоровье близких. Аллаху махфирли, валули дайна валсозина. Благо Аллах дай мне, а потом моим родителям, моим учителям, моему обществу. Это было про эгоизм. مختصر بلندگان عزیز در همینجا بخش مصاحبه با انتها میرسد